8 марта в Каспийске по улице Ленина на проезжей части царила праздничная атмосфера. Все потому, что в этот день сотрудники полиции поздравляли прекрасную половину города с Международным женским днем. В акции приняли участие замначальника полиции подполковник Халик Магомедов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения лейтенант Гасан Гусайниев, а также личный состав ОГИБДД ОМВД России по Каспийску и патрульно-постовая служба. 60 букетов тюльпанов и весеннее праздничное настроение подарили женщинам на личном транспорте и пассажирам в общественном. Анастасия Колесникова, Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканала «Среда».